Посмотреть очередные с 7 по 9 серию сериала «Золото» вы сможете на канале НТВ в среду 16 февраля. В них вы узнаете о том, как пока Антона избивают в сарае Чалпанай, Гоша предлагает переправлять золото через их фирму в горшках с женьшенем. Чалпанай соглашается. Наталья предлагает партнеру, агроному Санаю продать женьшень китайцам, а золото при этом забрать себе, обманув и китайцев, и Антона. Адвокат сообщает Антону, что новый следователь собирается устроить рейд и захватить участок в тайге. Руслан все еще не доверяет Гоше и предлагает Антону от него избавиться. Накануне рейда Антон распускает старателей, и в лагере останется один человек, а именно дядя Миша. Спецотряд во главе со следователем сжигает лагерь дотла. Руслан везет Гошу на встречу с Антоном, но по пути останавливается. Почувствовав опасность, Гоша действует на опережение и убивает Руслана. Антон, обнаружив труп помощника, избавляется от него, а машину при этом сжигает. Аркен сообщает Антону, что Чолпанай золото не получила. На встрече Гоши с людьми Аркена на них нападают Алижман с Умиды. В живых остается он один и попадает в СИЗО по подозрению в организации убийств. Антон его вытаскивает. Гоша показывает Антону найденную им Марту, в которой так много золота, что вдвоем им его не освоить. В главных ролях в данном сериале сыграли Евгений Дятлов, Илья Антоненко, Бесо Гатаев, Екатерина Волкова, Ольга Мукукенова и многие другие именитые актеры.